Какое у нас число? 20. 20. По древней крымско-татарской традиции сегодня я без рук, без ног, потому что жарила чебурики. Итак, дегустируйте, пожалуйста. Горячий. 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 Это все, что вы можете сказать? И вкусный. Сочненький? Сочный. По-моему, сочный, да, получился. В общем, я сегодня впервые делала заварное тесто. Хрустит? Да, огонь. Ну вот. В общем, я свою миссию выполнила. Кушайте на здоровье. Всем привет, привет. Ораза байрам хайрлы булсын. Поздравляем всех мусульман с праздником, священным праздником Рамадан. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Ясминка. Привет, привет, моя солнышко. Вот. Погода сегодня у нас целый день дождь. Мы ездили в деревню к маме, поздравляли маму и родственников. Вернулись в город. Наташа пошла отводить Данияра на развивашку. Мы с Яськой в машине. Вот, сейчас она его оставит, мы немножко, часик, не знаю, может куда-то съездим, что-то, куда-то, где-то, вот и Наташа идет. Потом приедем, Данияра заберем, ну и так как погода сегодня не очень способствует гулянию на улице, наверное, поедем домой, будем дома отдыхать. Отправляемся по известному маршруту в кафе Астория. У нас час времени, чтобы попить кофе. Яся в пижаме, так как она в хартанашке прикорнула, да, в обед. В общем, так, в спальном своем наряде и путешествует. Яся, как дела? Нормально? Как тебе погода? Класс? Яська. Вот, босая, разутая. Мы ее сейчас на диванчик там посадим. Я надеюсь, диванчик свободен. Какой-нибудь хотя бы. И чуть-чуть отдохнем. Нам этот диван нужен домой. Я, кстати, приболела немного. Ну, точнее, уже переболела, но голос еще ко мне не вернулся. Я говорю, нам этот диван нужен домой. Там мега удобный и мягкий диван. Самый удобный из всех, которые мне встречались. Ясь, классно, да? Так, ладно, надо пойти что-то заказать. А, мы еще не заказали, а точно. Потом... Так. Яся. Яся. Яська. Ку-ку. С праздником, кстати, всех празднующих. Может, мы сегодня выберемся немного к морю дождливому, да? Ну, не факт, в общем. Все сегодня в этом, в полумраке. Воспитательный процесс. Как ты воспитываешь, дочь? Ты что, спишь? Ты спишь? Я спорудаю, папа. Как ты ругаешь? А ну, покажи. Я тортик. Тортик. Киевский. Кушать, да, и печеньку сейчас даст. Сырничек тебе сейчас будет. Садись, печеньку. Вкусно. Как Ясминка ругается, покажи. Как ругается Ясминка? О, мне кажется, ты не находишь эти... Тебе не кажется, что замашки Данияра просыпаются у нашей девочки? Он тоже был такой спокойный, а потом что-то пошло не так. И началось вот такое. Смотри, дядя уже положил. Петенку вот положил. Сырничек. Петенка вот. Вот эту петенку будешь?
три шоколада. Ван лав. Сколько? Кофеечек. Сделано с любовью. Три шоколада. Сегодня, видишь, больше светлого. Светлая полоса преобладает. Будем считать, что это знак. Спасибо. Вкусно, Ясмин? Да. Да, ну кушай. Все, подумал, можно кушать. Так. Вот попили кофе, отдохнули, и жизнь налаживается. Вроде погода стала поприятней, да? Как-то даже где-то солнце выглядывало. Нет-нет. Ясь! Яся, гулять будем? У братика нужно, да, забрать в школу. Сначала. Ты как этот гном полосатый. Зафиксировано прояснение. Ну, есть вероятность, что дождь продолжится. Пожалуй, поедем мы домой, да?